Вчера в рамках Всероссийского форума содействия развитию предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и комплексному развитию сельских территорий в регион прибыла первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. Руководитель региона Мурат Кумпилов и первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут посетили несколько объектов, возведенных в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Один из таких объектов – Дом культуры в поселке Майске, который был построен в прошлом году в рамках программы КРСТ. Мурат Кумпилов и Оксана Лут пообщались с местными жителями, которые выразили благодарность за внимание к потребностям сельского населения. Глава района Заур Хамирзов сообщил, что новый Дом культуры пользуется большой популярностью у местных жителей, объединяет представителей разных возрастных групп и является местом проведения мероприятий на районном и республиканском уровнях. Гости смогли убедиться в этом, посетив репетицию к творческому конкурсу, занятия клубных объединений и библиотеку. Также рядом с Домом культуры в рамках программы комплексного развития сельских территорий было построено здание врачебной амбулатории. Мурат Кумпилов и Оксана Лут осмотрели помещение, пообщались с персоналом и пациентами. Министр здравоохранения региона Рустем Меритуков сообщил, что в этом медицинском учреждении предоставляются поликлинические услуги и проводится диспансеризация населения. Жители поселка Майского и близлежащих населенных пунктов получают здесь медицинскую помощь. Оксана Лут высоко оценила результаты реализации мероприятий программы КРСТ в регионе, которые способствуют созданию комфортных условий жизни в сельской местности. Глава Адыгеи, в свою очередь, выразил благодарность руководству Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за постоянное внимание и поддержку в реализации государственной программы.